Привет, дружище. Наигрался в песочнице? Твою. Как тебе цивилизация? Хот-дог не хочешь? Как я могу проводить операцию, Эд, когда все карты у тебя на руках? А может, по мороженому? Ханни, необходимо было терпение, Эд, терпение. Не как личное качество. А мне наплевать, что нужно, Ханни. Не как личное качество, а как оперативные требования. И ты не смог, да? Ты слишком голоден и жаден до власти. Ты провалил всю эту чертову операцию. Твою мать, я думал, Ханни убьет меня. Не преувеличивай. Он не стал бы тебя убивать. Ты ему нравишься. Очень нравишься. И кто ему там будет полезнее, чем ты? Никто. Не волнуйся об этом. Мы скоро вернемся в Иорданию. Вернешься к своей маленькой мулаточке, о которой ты думал, я не знаю, а я знаю. Да ты просто толстожопый говнюк, ясно тебе? Она мое прикрытие. Сядь на диету, твою мать. Ты уже закончил? Я сделал то, что должен был сделать. У меня нет времени играть в терпение, согиб терпения и уплетать кускус. Интересы Хани касаются лишь его маленькой страны. А мои – глобальные. Но, в общем-то, я признаю, что, возможно, мне действительно стоило ради успеха операции ввести тебя в курс дела. Вот именно. Ты должен был слушать, что говорит Хани, и ты это отлично знаешь. Лет 10 назад я бы выбил из тебя эту дурь. Зря ты не использовал свой шанс раньше. Возможно. Теперь уже поздно. Что нам сейчас нужно, с помощью или без помощи Хани? Это подослать своего человека к Аль-Салиму.